На канале НТВ продолжается премьерный показ детективного сериала «Анонимный детектив». В сюжете с 7 по 9 серию, выход которых ожидается 30 марта, мы увидим, что Рубцов приходит в группу анонимных алкоголиков, которую посещала Татьяна, предполагая, что ее убийца один из участников. К тому же накануне гибели Татьяна поссорилась с одной из участниц, Ольгой Казаковой. А тем временем, из-за связи Олега с Татьяной, Наталья решает развестись с мужем. Рубцов напивается и обращается за помощью к бате, главному в группе анонимных алкоголиков. Затем Рубцов проникает в квартиру Татьяны и выясняет, что там уже кто-то побывал. Ведя собственное расследование, он выбивает из бандита Махача имена причастных к убийству Татьяны. У Рубцова завязываются отношения с Соней, девушкой, которая пострадала по его вине в пьяном ДТП. В съемной квартире, где Павел сообщает Рубцову важную информацию по следствию, происходит взрыв. Рубцова увольняют из органов, но ему помогают Павел и Фатюша. Они рассказывают о поддельных паспортах бандитов, причастных к взрыву. У Натальи появляется новый поклонник Вадим Бур, а Рубцов знакомится с директором торговой сети Евростайл и под видом нового начальника охраны получает нужную информацию. Идя по следу убийц Татьяны, он выходит на Роху. Премьера новых серий состоится 30 марта на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.